держу камеру. Нормально, все? Так. И теперь видеооператор выходит из. Так, мне только четкость надо понять. Так, я бы вам хотел сказать, друзья, вот такие концерты, они очень редкостны. И самое, что для меня драгоценное, почему я занимаюсь съемками этих концертов и очень-очень люблю это. Многие говорят про то, как надо культуру изменять, какие нужны бюджеты для культуры и прочее. А есть люди, которые эту культуру делают. Вот есть писатели, художники, композиторы, поэты, и есть исполнители. И вот именно эти люди, которые здесь и сейчас из своего духовного желания делают это, вот, наверное, по крайней мере для меня, это самое ценное в жизни. Желаю всем успехов. И, конечно, хотелось бы, чтобы и библиотеки принимали замечательный коллектив, и большая сцена их тоже ждала в будущем. Счастливо. Спасибо. Вообще, впечатление шикарное. Я не на первом концерте уже, да. Мне очень нравится творчество и Ларисы Викторовны, и Серёжина. Впечатления хорошие. Продолжайте, занимайтесь. Да, занимайтесь, продолжайте. Ни в коем случае не останавливайтесь. Лариса вообще, она талант, она спасибо. Стихи пишет. Спасибо. Замечательные стихи, мне очень понравилось. Желаю вам творческих побед и издать не один сборник, и не второй, а много-много. И спасибо большое. Иметь много учеников и... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Стать известной, да, стать известной. Ну, известной. Как уж там надо быть счастливой. Давайте вы тоже скажите, да, как вас зовут, скажите, а то как-то мы не представили, да. Меня зовут Ваня. А вы снимите масочку, мы все привыкли к ней, да, прям. Сейчас, сейчас. Поближе, подойдите сюда, пожалуйста. Не-не-не, а так вот можно как есть? Как вас зовут? Меня зовут Валентина Геннадьевна. Приятно. Мне тоже очень понравилось весеннее настроение. Очень чувствуется после такого праздника вообще. Хочется жить весело, солнечно. Ну, в общем, все здорово. Вам творчество, чтобы оно не угасало, а только наращивалось в плане. И чтобы издавалось, и чтобы все наше вот, сложное время, но чтобы все было хорошо. Спасибо огромное. Здоровья, да, всего. Сережа, тоже успехов в дальнейшем. Конечно, всего. Конечно. Все. Спасибо вам огромное. Представьтесь уже, да, пожалуйста, сюда. Да. Я праздничаю? Нет, сюда. Я, а можно вот как был? Да, я вот прям по свету. Да? У нас, да, по свету? Да, сейчас, секунду. А красиво, кстати, да. Очень красиво. Он выбирает. Я очень благодарна. Как вас зовут? А меня зовут Аля Альфия. Я очень благодарна вам, что вы пригласили меня на этот концерт. Мне очень понравилось. Я сама тоже немного пою. И поэтому мне было очень любопытно посмотреть, как другие это делают. И мне понравился формат вашего концерта. И я считаю, что вы достойны побольше сцены. И было бы здорово, чтобы вы свою программу... Хотя бы библиотеки вернулись бы. Да, вернемся. Свою программу показывали другим. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вспоминаю, кстати, когда библиотеки в прошлом году в библиотеке был шикарный концерт. Про библиотеки. Расскажите про библиотеки немножко. В прошлом году. Масочку в прошлом снимите. Году. Представьтесь, как вас зовут. Меня зовут Женя. Женя Кучина. В прошлом году вот я была в феврале на концерте в библиотеке, которая... Мы организовали, да. Да, организовали. Очень, очень было много народу, и было очень много восторженных, ну, восторженных выступлений. Вот, после выступления. Поэтому вот я бы, ну, хотела бы пожелать, чтобы действительно не только как бы среди 4-5 человек, а чтобы было... Много. Чтобы было, да, больше народу. Нет, спасибо, ну, Женя. Ну, у нас даже спасибо. На сегодняшний пандемия, камерный, да, концерт пандемия, это все... пришло, да, конечно, 9 конечно. Человек, да, вот, на очень камерный концерт.
все. Хорошо, скажи, Женечка, спасибо. Евгений еще у нас есть. Представьтесь, пожалуйста. Я Евгений. Тоже Женя. Так, сейчас, секундочку. Поздравляю вас с очередным концертом. Очень все понравилось. Желаю вам дальнейшего творческого роста. Спасибо большое. Спасибо. Я желаю всем людям на земле счастья, любви, добра. И всегда помнить, что свет побеждает тьму. Никогда не унывать. И радоваться, и идти к своим мечтам, несмотря ни на что. Я желаю тебе рассвета, я желаю тебе мечты. Океанские волны где-то ждут тебя на краю земли. Ты иди смело ветром навстречу, утверждай на земле красоту. И добро, и любовь, свежий ветер, твой попутчик, смотри на зарю. Всего доброго всем. Мы начинаем, да? Здравствуйте, дорогие зрители! Мы благодарим вас, что вы сегодня выходной день, такой яркий весенний день, солнце светит, пришли к нам на концерт. А мы хотим вам предоставить такую программу из цикла «Московские встречи». Сегодня встреча будет со мной, меня зовут Лариса Потоцкая, и с Сергеем Никулиным. Первое отделение я расскажу о том, что меня волнует, поделюсь своим творчеством. Мне очень хочется, чтобы у вас после нашего концерта было прекрасное настроение. А второе отделение Сергей тоже покажет свой талант, все, что ему нравится, какие песни, стихи, он вам все о себе тоже расскажет. Итак, мы начинаем. Первое отделение начинаю я. Итак, сначала мне хочется вам сказать, что сегодня у меня очень такой день волшебный, праздничный. Почему? Потому что я первый раз для вас буду читать свои стихи. Они уже будут входить во второй сборник стихов. Вот у меня первый сборник есть и будет сейчас скоро второй. И поэтому это новые стихи, они только-только пришли оттуда, свыше. И мне очень хочется, чтобы вы их послушали, разделили со мной вот те чувства и переживания, которые я вылила в эти свои произведения. А начну я вот с этого стихотворения. Я приглашаю в свой рассвет, я приглашаю в свои дали, где музыкой звучат слова, и крылья синие позвали. Взрываюсь вновь восторгом я от благодарности Вселенной за жизнь, за тайну бытия, за искорки любви безбрежной. На танец приглашаю я сотворчество, вот его имя. Смелее лети, поет струна, проносятся года все зримо. Лечу с тобой я в вышине, от стуж разлук я отрекаюсь. Лечу с тобой рука в руке, любовью, светом наполняюсь. Да. И еще вот одно такое стихотворение. Я хочу создавать миры, я хочу зажигать рассветы. Сердце солнца стучит в ночи, согревая пространство планеты. Ароматом бескрайней любви мы раскрасим картину мира. Оживут, расцветая мечты, и проявится сказкой зримой. Солнце всходит в морозной Москве, торжествует высокое небо, и органом звучат в ночи все слова о любви Вселенной. Фиолетовая даль, золотые облака, тает на сердце печаль, растворяется тоска. В этом облаке парит золотой, как солнце, лик, самый трепетный магнит и живительный родник. Чистота и свет согревают нас вместе с тобою, и прольется дождь золотой благодатью на нас, и земля в ответ
запоет в унисон с небесами. И не просто вождь на земле уродится, а спас. Мне очень эта песня понравилась, я ее услышала на одном из фестивалей, духовные песни, музыки, и прямо она меня так вдохновила, ее хочется петь без аккомпанемента, там все понятно, да? Вот, ну и продолжаем дальше. Я хочу сказать, что вот я такой же человек, как все, мы все современники, и у меня тоже те же события случаются в моей жизни, что у многих людей, да? Разные события. Я вот смотрю на нашу жизнь, проживаю мгновения радости, и горя, и печали. Все бывает в нашей жизни, да. И вот родились недавно два таких стихотворения. Вот знаете, первое я посвящаю мужчинам, нашим мужчинам, которым сейчас живется очень-очень непросто, да, вы все знаете. Вот. Первое, на кого падают удары судьбы, проблемы, задачи, это на мужчин, да. И поэтому мне вот захотелось такое родилось стихотворение, это как, ну что ли, понимание сути мужчин, сути их миссии на земле. Понимаете, чтобы вот почаще женщины, дети, старики вспоминали об этом. Итак, стихотворение посвящено мужчинам. Мужчины, я ко всем обращаюсь, мужчинам, которые живут на этом свете, вы вершители. Посланники небес, мужчины, вы защитники, в доспехах все и без. Богатыри и рыцари, гусары давних лет, вы воины, служители, философы побед. Вы сильные, святые, вы мудрые у нас, пусть Матерь Богородица любовью вскормит вас. Мы, жены, ваши спутницы, не можем жить без вас. Мужчины, вы опора семьи, России, нас. Мужчина, свет небесный, любимый сын, отец, хранители вы женщин. Любовь, вот ваш венец. Thank you.
нет, мне бы хотелось, естественно, тоже поблагодарить то, что создатель еще и придумал женщин. Да? Они совсем другую миссию выполняют, да, и они совсем другие, но они так необходимы этому миру, каждая из женщин. Для них тоже такое стихотворение идет. Идет по миру женщина, великая, святая, с природою обвенчана, все тайны мира зная, улыбкой, взглядом солнечным, пространство согревая, мечта звезда зовет ее, любовью наполняя. И для женщин вальс. Для всех женщин. Знаете, вечных, которые нас всех, конечно, волнуют, да? Конечно, очень часто мы размышляем, каждый из нас размышляем о том, где мы живем, в этом прекрасной, на прекрасной планете Земля. Мы думаем о Творце нашем, пытаемся найти связь с Ним, понять Его законы Вселенной, жить по ним. И вот эти мысли, они, конечно, очень важные. Если есть они в жизни человека, то его жизнь тогда наполнена великим-великим смыслом. И вот об этом тоже, как и все вы, размышляю в своих стихах. Я стараюсь тоже понять эти же самые, ну, как бы вопросы для себя решить. Красивы мы, когда душа наполнена великим смыслом. Безбрежны жизни берега, нам здесь позволено родиться. Чтоб свет наполнил до краев, чтоб в жизни вдруг не оступиться, чтоб видеть главное всерьез, с собой навечно примириться. Или вот еще одно стихотворение тоже. Я часть природы, чистоты, частичка мироздания. Мои года, как те цветы, что расцветают в Альпах. Мой голос, смех, звенит ручьем, я наслаждаюсь ветром. И каждый день зовет, начнем творить, взлетая к звездам. Вот, или еще, вот. Меня Вселенная ласкает, милует, счастьем веселит. Когда любовью награждает, когда разлукой охладит. Ей нужен смех и стон, и радость, чтоб наши души согревать. Мгновение обернуть во благость и в каждом сердце Бога отыскать. Вот. Сейчас я вам сыграю Баха. Вот это композитор для меня один из самых любимых. Это вот то, что в музыке передает Бах. Это вот космос, это Вселенная, это Творец, это Создатель. Это то, что частичка этого есть в каждом в сердце из нас. И вот когда звучит музыка Баха, в каждом сердце вот просыпается вот эта вот тяга к Высшему, к Создателю, понимаете? Вот он оживляет то, что у нас иногда спит. Вот так Бах.
и кроме этого, конечно, каждого из нас, живущих на Земле, очень такая тема трогает, это любовь. Каждый понимает по-разному ее, да, воспринимает, но все желают, чтобы в его жизни была она, чтобы она проявлялась, неважно в каких формах, когда, в любой момент нашей жизни она нас согревает, правда? И, конечно, об этом тоже у меня много стихов о любви. Сборник так называется «Музыка сердец», но она о любви и мужчин и женщины, детей к родителям, нас всех, любовь к природе, любовь ко всем живым существам на этой земле, да, это любовь к знаниям, любовь к познанию этого мира, да, любовь к Богу, конечно же, да, то есть в яркий, любовь, она вот проявляется, она такая вот, это цемент нашей жизни, он связывает все воедино, картина, без нее все бы рассыпалось, я так считаю. И вот об этом стихе. «Выше звезд парит душа моя, открывая грани мироздания, мы идем с тобой дорогою Творца, чтобы выполнить завет существования». Или вот еще. «Меня посетила любовь, торжественно, тихо смеясь. В ответ улыбнулась душа, о чем-то запела листва. Тихо сказала любовь, ты можешь творить чудеса, играть, слышать музыку звезд и ей наполнять все сердца». Еще. «Благодарю за волшебство подаренных мгновений, за творчество иных миров в созвучии со Вселенной. Так ткутся ниточки чудес, незримо, тонко, нежно, чтоб проявиться наяву вдруг ярко, неизбежно». Мне кажется, все творчество людей, оно зависит от наполненности человека вот этим чувством, да? Если оно есть, то хочется поделиться с другими. Неважно, играешь, поешь ты, хорошо готовишь, воспитываешь детей. Неважно, в каком качестве, но оно проявляется всегда, если им наполнено сердце, да? Вот. Дальше. Еще мне очень вот это нравится стихотворение. Так, так вот, вот. Это я хочу... Как сильно греет солнце, чтоб растопить весь лед, чтоб души встрепенулись, очнулись и на взлет лететь, расправив крылья, купаясь в тишине, услышать сердце мира дано нам на земле. А это каждой женщине я хочу посвятить стихотворение. Вот каждая индивидуально, отдельно. Говорили такие слова вам мужчины, или родители, или коллеги, неважно, не говорили, неважно, но это правда. Это каждый из вас достойна этих слов. Ты лучезарная звезда вселенского масштаба, душа твоя чиста, добра, как солнце светит яркое, а путь земной порой тернист, но ты взлетаешь к звездам. Красив твой стан и взгляд лучист, ты дар великий всем нам. Каждый человек – это частичка, которая необходима этому миру, понимаете? И каждый, он вплетен вот в этот мир, единый мир. И без него было бы очень плохо на этой земле. Поэтому мы пришли сюда, и это великая награда нам всем, да, за то, что мы просто живем на этой прекрасной земле. Так, дальше. Я вот играть, это вот про любовь. Музыка мне, она напоминает вот отношения очень такие приятные, они у всех были в жизни, красивые моменты какие-то. Thank you.
и останется. И в конце я хотела вам пожелать, конечно, любви, конечно, счастья, конечно, творчества, конечно, высоты духа, да, удачи и везения. И вот последнее стихотворение, вот сегодня я хочу вам прочитать вот это. Оно мне тоже как-то пришло неожиданно. Сейчас я люблю это. Ага, вот оно. И каждый раз я, когда иду по улице, неважно, где я нахожусь, в городе, в деревне, в другом месте, я все время смотрю, меня тянет взгляд в небо, выше горизонта, да? И вот однажды такие прям вот пришли слова. Небо смотрит в твои глаза, человек на земле живущий. Посмотри и ты в небеса, к жизни, к свету тебя зовущие. Небо синь, величавая тайна, пусть прольется хрустальным дождем и музыкой величальной отразится будь в сердце твоем. Вот. И последняя песня, это музыка моя, называется «Чайка». Ну, «Чайка» меня зовут Лариса, в переводе из греческого это «Чайка». То есть это такой, а говорят, что в имени это уже заложен тоже какой-то смысл, да, предназначение такое зашифрованное. То есть надо летать, надо парить, надо не опускаться вот в суету, в какие-то переживания, надо постоянно видеть небо, видеть солнце, видеть красоту этого мира, да, и тогда ты остаешься на сайте. И вот родилась эта песня, она тоже про любовь. Вот. Музыка моя. Сейчас. Ага, все. Называется «Чайка». Но это не «Чайка», это просто песня о любви, короче. То есть, чтобы все... Это... «Чайка» — это прообраз души человека, которая летающая такая, создана она с крыльями и должна летать. Я расскажу тебе тайну, это случилось с тобой. Как нежной своей любовью тебя приласкал прибой, как ласковый ветер коснулся твоих волос, пропел свою песню и вздох твой свет вознес, и ты улыбнулась, а голос сказал: лети, легко участнику нашего концерта Сергею Никулина. Мы сейчас совершим путешествие в его внутренний мир. Здравствуйте, очень приятно, что вы пришли. Сегодня такой прекрасный день. День Международного театра. Да. И в этот замечательный день хочется подарить тоже частичку своего творчества вместе с Ларисой.
Еще раз спасибо за ваше творчество. Спасибо. За музыку, за вообще за то, что 5 лет мы уже с Ларисой сотрудничаем. Я считаю, что очень плодотворно для меня. Для меня тоже. Благодаря Сергею у нас появились такие концерты. Я бы сама не это самое, у меня подвиг просто. Давайте поделимся с людьми. Это у нас на уроках такие происходят интересные моменты, что поем, это стихи читаем и вдвоем. Надо же поделиться с кем-то. И вот решили тоже делиться. Сережка, держи. Буду петь. Не обижу ни козы, ни зайца. Если можно о чем скорбеть, значит, можно чему улыбаться. Все мы яблоко радости носим, и разбойно нам близок свист. Срежет мудрый садовник осень с головы моей желтый лист. В сад зари лишь одна стезя, сгложет роща октябрьский ветр. Все познать, ничего не взять, пришел в этот мир поэт. Он пришел целовать коров, слушать сердцем овсяный хруст. Глубже серпы стихов, сыпь черемухой, солнце куст. Свете России в пути обнимал, когда вся Россия надела шинели, нередко бывал солдат вспоминал. Про белые рощи и липни косые, и мысли на детям своим завещал. Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Кто Русью рожденный, Россию влюбленный, тот был и сердце, и душу свою пред ней величавой, склоняясь в поклоне, о ней Россия песни пою. Про белые рощи косые, и мысленно детям своим завещал. Любите Россию, любите Россию, и будьте России навеки верны. Любите Россию, любите Россию, России навеки верны. Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле. На озерах треснул лед, будто раскололи. Облака бегут быстрей, небо стало выше. Зачирикал воробей, веселей на крыше.
все чернее с каждым днем, стежки и дорожки, и на вербах серебром светятся сережки. Масштаба, ее несложно ее вот представить, промыслить ее, но она такая вот необычная, что мы не можем ее не спеть. Go!
тихо прильну. Осторожно и бережно трону струну. Быть счастливой, как песня, попрошу я ее, и гитара взорвется, как сердце мое. С нами. Оно всегда присутствует с нами. Мы его каждый день вспоминаем. И об этом следующая песня. Караван наш. Караваны птиц надо мной летят. Встает старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот, у реки березка скромница, и ромашкой бугор, а другим, наверное, вспомнится свой родной московский двор. В лужах первые кораблики, где недавно был каток, и большой соседней фабрики громкий радостный гудок, или степь от маков красная, и большая целина. Родина бывает разная, но у всех она одна. Бубенцы. Сердце будто проснулось пугливо, пережитого стало мне жаль. Пусть же кони с распущенной гривой сами учат меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг разбег.
разлился широко белым саваном искристый снег. Пусть ямщик свою песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло никогда не настанет. Так зачем же, зачем горевать? Слышу звон гудецов издалека, это тройки знакомый разбег. А вокруг расселился широко белым саваном искристый снег. Звон бубенчиков трепет может воскресить позабытую тень, мою русскую душу встревожить и встряхнуть мою русскую лень. Слышу звон полумецов издалека, это тройки знакомый разбег. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Отрада, Русь, моя отрада. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет входа никому, а в терем тот высокий нет входа никому. Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, но он не загородит дорогу молодца, но он не загородит дорогу молодца. Войду я к милой терем и брошусь в ноги к ней. Была бы только тройка, да тройка порезвей. Была бы только тройка, да тройка порезвей. Была бы только ночка, да ночка потемней. Была бы только тройка, да тройка порезвей. Была бы только тройка, да тройка порезвей. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никого. А в терем тот высокий нет хода никого. Выткался на озере алый свет зари, на бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, схороняясь в дупло, только мне не плачется, на душе светло. Море — тема бескрайняя. Песни прибоя.
нежность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки. На синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня дальней дали, паруса малы вместе с тобой. Перенесемся в дальние края, на Кубу, в теплые края. Песня про песню твою.
Желаю вам счастья. Жалейте, поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Девочка моя, завтра утром ты
опять ко мне вернешься, милая моя, фейгеле моя. Грустно глаза я, папа, бушка мой, Иисус скажет, засмеешься, люди разные и песни разные. Будет день и будет пища, жить не торопись. Иногда богаче нищий тот, кто не успел скопить. Но же... Нитки, бархат, да иголки, вот и все дела. Да еще талмуд на полке, так бы жизнь шла. Только солнце вижу я все реже, реже, реже. Тихо, как в раю, звезды над местечком высокие, ярки. Я себе пою, я себе краю, я себе пою. Образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я гляжу твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по лугам твой кроткий спас, и гудит за карводом, по церквам веселый спля. Побегу по мятой стежке, на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, побежит, полетит... Если крикнет рать святая, кить ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая,
дайте родину мою. Один, а потом второй, чтобы поменяться. Давайте всех сюда. Дамы и господа, прошу вас. На фоне рояля красиво. Сделаем общую фотографию. Вот, и она Румса тут вот как раз. Потом Альфии дашь видео. Она там очень хорошо получилась. Пойдем. На фоне зеркала. Да, сейчас можно я еще немножко сдвину? Идемте, Евгений, тоже. А то я тут широко стою. Сюда? Так, Масочку сними. Это уже просто. Так нормально ставим? Или ты чуть пожалеешь? Может вот так вот, так поближе, вот сюда, поближе сюда, вот так вот. Поближе, поближе, так вот. Фотографию не будет видно. Вот, все видно, все. Вот так вот. Вот тапочку выстроились. Все хорошо. Как? Хорошо смотримся? Очень хорошо смотрится. И ты к нам тоже это боком так не можешь. А вы знаете, я даже там вот отражаюсь в зеркале. Очень приятно. Маску ты сняли. Так, да. Мы ее забудем скоро уже, мне кажется. Навряд ли. Ой. Ой, хотелось бы, но... хотелось бы. Так. Счастливые все. С улыбочкой. Так, ты а куда смотреть-то? Смотри, что ты делаешь. Сюда? Сюда. Наверх. Ой, улыбка у всех. Так, и так, еще сейчас он на свой сфотографирует. Да хватит. На свой сфотографируйте, давайте поменяемся. Сейчас, секунду. Да нет, я вместе с вами там рядышком. Давайте рядом тоже с нами. Давайте, я рядом. Стойте. Увидите. Нет, так нехорошо. Давайте, идите туда. Давайте свой аппарат. Фотоаппарат свой давайте. Так прямо. Нет, без фотоаппарата. В рабочих инструментах. Как-то это работает. Ну, я разберу, наверное, как. Или там сложно? Кто знает, как это работает. Я что, потом фотографировал, уже не помнит, как. Так, смотрим на меня. Так, улыбаемся. Сейчас вылетит сыр. Сыр. Улыбаемся. Два сыра уже выскочило. О, отлично получилось. Здорово. Стоим сейчас на другой. Так. Ты не пришлёшь. Конечно. Так, Владар, на меня. Да. Что-то куда-то не в ту степь. Отлично. Всем спасибо. Вот, всё тоже. Спасибо. Спасибо огромное вам. Держите. Без вас и концертов бы не было, правда. Здорово. Слушай, Серёж, скажи мне, пожалуйста, а вот это вот... Мы не поняли. Про, сейчас про, скажу, нет, покажи тебе маленькую. Это самое, скажи мне, если ты лучше, чем слушали вы, кто это? Андрей Дементьев. А, Дементьев, точно, Дементьев. Все вспоминал, думал, кто это. Ага, да, Дементьев, хорошие слова. Дементьев, хорошо. Ну, все, я вас благодарю, что пришли. Может быть, и я скажу. Я благодарю всех, кто в этот день все же нашел время
да, и пришел на наш концерт. Огромное спасибо. Лично для меня это было первый раз, когда я на публике читала свои стихи. И поэтому я очень волновалась. А вы меня поддержали. Из-за этого вам огромное всем спасибо. Буду действовать дальше, как вы вот мне советуете. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Сереж, поближе, пожалуйста, подойди. Ой, если можно, да, так. Несколько слов. Расскажи вот о своих ощущениях. Почему ты сделал этот концерт? Ты так волновался, скажи. Да, что ты не знаю. Да, я сегодня что-то переволновался. Нет, нормально. Большое спасибо все равно всем, кто пришел. Мне, я считаю, что концерт все равно состоялся благодаря зрителям. Спасибо за музыку Ларисе Викторовне. Желаю ей творческих успехов. Ну, расскажи о своих ощущениях. Да, как вот... Мои ощущения переполняют меня. Видимо, поэтому я и переволновался. Все очень хорошо, тем не менее. Я старался. Спасибо большое. Что пожелаешь своим зрителям, слушателям? Вот желаю, у тебя сейчас момент истины. Ты можешь навеки вечные, на долгие-долгие желаю годы. Желаю вам добра, счастья, любви, весны. Всех благ. А родственникам? Родственникам. Здоровья родственникам. И все. Самое главное, да?